такие игры, они нужны, они важны, они сближают ребят, они прежде всего придают вот ту уверенность, которая на сегодняшний день во всех наших игровых командах есть. Это и показывает результаты, что и Иртыш сейчас находится на первом месте, и девчонки идут на втором месте в своих дивизионах. То же самое можно сказать и о баскетболистках наших, которые, к сожалению, ну, они сейчас играют, на туре находятся, да, и ребята из гандбольного скифа. То есть это вот вся та большая работа, которую проведением подобных матчей можно показывать и тиражировать, и хорошим, нормальным примером это может служить для пропаганды здорового образа жизни, действительно туда, куда нужно отдавать наших детей. Такие матчи очень интересные. Мы на самом деле были удивлены, что команда Иртыша так хорошо играет. И такие игры важны для того, чтобы эмоционально перезагрузиться и прийти к Новому году уже с новыми силами, с новыми впечатлениями, эмоциями. Это очень важно. Какие-то навыки у каждого, как казалось, есть, и в принципе получилось неплохо. Получались даже комбинации какие-то, там что-то схватывали быстро. Какой-то адаптация, в общем, прошла очень быстро. Выиграть-то хотелось, принципиально было? Ничего, да, конечно, ехали все с настроем победить сегодня, но все-таки соперник очень сильный, поэтому мы обязательно потренируемся и возьмем реванш.